Всем добрый день. Укладываем кварц-виниловую плитку клеевую. Вот, ну, под плитку. Здесь вот отбили линию. И вот там в коридоре, чтобы все было красиво, четко. Здесь получается ровно в половину, ну, то есть кирпичную раскладку. Потом дальше будет в комнату, здесь будет входная дверь со встроенной коробкой. Вот здесь будет стык с плиткой. Вот такая двухкомнатная квартира. Загрунтованная все. Ну, тут потом дойдем, комнату будем переносить. Таким образом, вот там под кухней потом останутся остатки. Там мы доклеим с клеевым винилом такие, как говорится, вещи. Достаточно удобно, он очень ремонтно-пригодный материал. И материал приобретен в магазине Топ-Топ Декор. Это IVC и клей Ваколовский 3125. Вот. Темный цвет, конечно, на любителя. Ну, здесь такой дизайн. Темный цвет достаточно марки, но большие расстояния здесь размеры, поэтому как бы будет нормально, я думаю. А в маленьких, конечно, помещениях я бы не рекомендовал темный цвет. Но опять же, это все на любителя. Всем удачи!